Креатив – говно, авторы – мудаки. Что еще можно увидеть в мухосранской газете? Главного ищу. Он у себя. Четвертый. Кабинет. Босс, тут-то? Ой, достали отморозки. Все ходят и ходят. Понаехали в Мухосранск, как будто он резиновый. Иди в третий кабинет.
Начальство бы мне. Он у себя. Второй этаж. Первый кабинет налево. Да отстань ты уже, наконец! Ой, мужичок, ну я же сказала. Здорово. Босс, тут-то? А он отсюда уже это самое... слинял. Пошел в... второй кабинет. А могу я поговорить с начальником? Вы что, ослепли или не видите? Я занята. Босс, тут-то? Вы что, ослепли или не видите? Я занята. Читай по губам, тормоз. А могу я поговорить с начальником? Вы что, ослепли? День добрый! Я слыхал, здесь шлангами по спекулятивной цене барыжат. Садового инвентаря у нас нет. Мы все больше по зубам, брюликам, золотишку. Хотите, мы вам зубы золотые смонтируем? Качественные. Лом металлический сможете перекусить. Слышь, дятел, мне не нужны зубы ни золотые, ни серебряные. У меня есть свои, эмалированные. Будешь тупить, я тебе ими ухо перекушу. Мне пенис нужен. Даю описание. Европейского типа, спортивного сложения, мужской.
Особая примета, когда чем-то недоволен, морщится. Извините, но пениса у меня нет. В смысле лишнего. Здесь неподалеку фирма есть одна порнушная. «Веселый орган» называется. Может, помогут чем. Они как раз с таким материалом работают. Мой орган не просто веселый, он фокусник. Раз и нету. Пойду проверю. Вдруг он правда там сфокусировался. Мы с моим стволом понимаем друг друга. Добрый день! Мне вас посоветовали в АФПИ, как основного поставщика членов в этом городе. Штопор, ты что, заболел? Зачем тебе второй? Мы и так, благодаря твоему набалдашнику, чуть не прогорели. Ты же у конкурентов снимался. Ну жо, в целях личного использования. Перетрудился я, и как результат от переутомления надорвался. Даже, можно сказать, оторвался. Ну уж нет. У нас все органы идут в комплекте и видеозаписи. Мы перцы поштучно не продаем. Здесь тебе не овощная база. Ну что, правда нет? Мне бы хоть плохенький, самый завалящий. Чтоб хоть писать по-человечески. Говоришь, пришел из ФПИ. Но теперь иди в жо. Че ты из тебя, падла, бабские приколы валятся? Ты случаем не шлюха в камуфляже? Я-то нет, а вот ты, маэстро Дырка, на нее очень похож. Советую обратиться в Центр Восточной Медицины. Тебе там пиявку между ног присосут. Она, говорят, тоже от притока крови набухает. Добрый день. Мне вас посоветовали в АФПИ, как основного поставщика членов в этом городе. Стоять! Руки от шеренги! Вот ты и попался, проклятый порно-видеопират! Какой же я пират? У меня и пиратствовать-то нечем! А мне наплевать, есть у тебя чем пиратствовать или нет! У меня в отделе план по пиратам горит, так что руки вверх и проследуйте за мной! Ладно, пойдемте! Извините, а деревянный член в качестве муляжа, орудие преступления, мне выдадут? Итак, все кладем огурец в карман. Начинается процедура опознания.
Подозреваемый, не выеживайтесь, ведите себя тихо. Невиновные через 5 минут будут отпущены на свободу. Эй, пустые штаны! Да-да, ты, я к тебе обращаюсь. Пройди вон в тот желтый круг. Давай, Вовочка, опознай среди этих дяденек того дяденьку, который тебе порнуху продал. Не Вовочка, а Владимир Сигизмундович. Порнуху я не смотрю принципиально. У них там одно вранье, одна компьютерная графика и накладные члены. Может, ты еще скажешь, что у них там дырки врезные? Таких темных личностей всего можно ждать. Ну и катись отсюда, интеллигент вшивый! И чувак, похожий на тёлку с бородой. Ну да, я к тебе обращаюсь, к тебе. Теперь вали в синий круг и подпрыгни. Машенька, скажи, кто-нибудь из этих дяденек предлагал тебе что-нибудь нехорошее? И чтобы это нехорошее потом показывали по телевизору? Я вас не понимаю, что значит нехорошее? Ну, а трогал он тебя вот так? Или вот так? А вот так он делал? Нет, товарищ подполковник, никто из этих лохов в камере на такое не способен. Ладно, все свободны. И не попадайтесь мне больше, деятели. Креатив — говно, авторы — мудаки. Что еще можно увидеть в мухосранской газете?
Привет! Гитлер! Или как там у вас на Востоке здороваются? О, рубин моего сердца, халва моего слуха! Мы рады приветствовать тебя в нашем скромном центре. Где-то я тебя видел. Но всех вас разве упомнишь? Я слышал, у вас тут половые органы из бородавок клонируют. Это правда? О, радость духа моего! Ярчайший цветок на клумбе вселенной! Мы не занимаемся протезированием, но если ты принесешь свой жезл тщеславия, то мы его обязательно пришьем, куда скажешь. Слышь, бородатый, у меня от твоих слащавостей уже уши слиплись. И если бы я знал, куда утоптала моя макаронина, я бы ее уже притащил под мышкой. О, юный принц, собирающий звезды с небес, мне известны виновники пропажи твоего великого чуда. Ты баран, выковыривающий из задницы глистов. Я же сказал, завязывай со сленгом своим. Что? Ты правда знаешь, кто к моему челдону ноги приделал? О, щербет, омывающий губы богов. Повторяю, мне известна сия тайна. Злодеи из секты, свидетели члена Ирегова, увидели в твоем столбе, подпирающем небесную твердь, вызов своему божеству и похитили, дабы надругаться над гордецом. Дай покажу на карте их нечестивое убежище. Их, сосиска ты моя неугомонная, куда ж тебя занесло? Ну чё, свидетели эрекции или как вас там? Иду снимать свидетельские показания. Куда спрятались, гады, а? Ага, вот вы где. Yeah!
Ты из какой деревни, урод? Ой, боюсь, боюсь! Помогите! Хулиганы зрения! Позвольте сделать открытое заявление. Сегодня группой молодых, но очень перспективных мухосранских ученых было сделано открытие. Путем сравнения фотографий они доказали теорию относительности Эйнштейна. Доказательство звучит следующим образом. Относительно елды штопора член Эрегова. Вовсе не член, а просто писюлька. От себя лично замечу, что если бы в магазинах продавали сосиски такого же размера, как у вашего бога, то на ценниках писали бы «карамель». Обама! Что за... Опаньки! И потрещать-то теперь не с кем. Хотя есть одна кандидатурка. Перед явлением елды народу я тут на компе адресок один срисовал. Некий Федор Иванович Жирноморд, депутат третьего залета, спонсор и большой друг этих убогих. Наведаюсь к нему, только поаккуратней буду. Все-таки народный избранник. Где же он заседает? Значится, тут. За демократию! За мир во всем мире! В очередь, сукины дети! В очередь! Вот, блин, нахрен дерьмо! Ну что, достал пушку и думаешь, что мужик, да? Думай обо мне, что хочешь, но в нашем городе есть чуваки и похуже. Оружие на пол! Быстро, блядь! Эти говорят по-русски. В очередь, сукины дети! В очередь! Не могу позволить себе сдохнуть. Я слишком нужен этому городу.